Всем привет! Вы на канале Madcom TV, а мы начинаем запись 9 серии игры Tom Clancy's The Division. Ребята, привет! Привет всем! Привет, привет! Вот, и сегодня с нами есть загадочный спай. Мы не знаем, откуда он взялся, но он у нас как есть. Как он еще появился здесь? Да, потому что он спай, он шпион. Он шпион за нами. Вот. А я немножечко отвлекусь от типичной своей ситуации и, наконец, прокачаю интересный мне навык. Я вот прокачал за 1000 уже своего медика и получил офигенное обновление по восстановлению здоровья. Теперь у меня есть 1000 очков для силового блока. Мне интересно посмотреть, что там мне дадут. Ты молодец, но нужно работать. Поэтому дальше. Давайте пройдем сюда. Я тоже без дела. Мы тебя здесь прокачаем. Да, и прокачаем казармы. Все работает как надо. Назначаю тебя моим главным агентом по наведению марафета. Так, давайте глянем, что такое казарма. Так, где эти казармы-то? В этих казармах мы разместим больше людей, и они смогут быстрее реагировать на вызовы. Угу. Понятно. Так, и возьмем вот этот навык. Ну, не знаю, сейчас узнаем. Так, не туда тыкаю. Так, что это такое? Экстренная связь. Экстренное восстановление здоровья игрока при получении смертельного урона, а также повышение скорости и сопротивления урону для всей группы. Хм. Мне кажется, надо попробовать. Просто из интереса. Так, все, возвращаюсь к вам. Ну что? О. Так, куда мы там дальше идем? Метка стоит? Да, у меня стоит какая-то метка. Так. А, ну она... Ну, собственно, да, нам же пешком надо идти. Давайте прыгнем тогда на пункт... На этот так, вот. Куда? На юго-восток. А там пешочком вот там что-то есть силовое. Я думаю, кстати, мы... Сейчас надо глянуть, конечно. Там вот силовой блок и технический блок. Я думаю, мы можем даже успеть. Одновременно? Да, за сегодня. Тут, конечно, глянем, как оно пойдет, но шансы есть. Внимание, выход из безопасной зоны. А я и так их взял заранее. А то у нас, как всегда, получится. Хватает. Я потихонечку, короче, буду туда бежать. Смотреть на красивый ночной Нью-Йорк, на бандюков, менее красивый. Ой, ну ладно, я тут подожду, короче, вас. Давайте. Все, шел Алекс и помог вчера. Не, правда, мне очень нравится калаш. Я какой-то купил калаш, урон 2000. Ну, скорострельность, конечно, низкая, но, блин. Ну, не знаю, мне он очень пошел. Нравится пулемет. Его не надо перезаряжать. Но у него отдача высокая. Ну, да, его надо постоянно контролировать. Ну, я просто мышку вниз увожу. И то на то и приходится. Вылетел. В смысле? Кто? Куда? Как? А. Ты тут. Ты же знаешь, что я улетел? Да, небольшая реклама будет сейчас, секунду. Да мне Касперский говорит, вам требуется обновление. А купить лицензию через 20 дней. А, говорит, вон на край, да. Говорит, бунтует по всей планете. Купи продолжение. Слева. Да, ну, их, ну их нафиг. А тебя не смущает уровень 0.23?
20. Тогда я тем более... Как 23? Только что... От 0 до 23 был сейчас стоял. А, ну тех, так и я к нему не ходил, мне и тут норм. Вот сейчас, вот этот уровень, который мы сейчас сюда зашли, говорит, короче, уровень противника здесь от 0 до 23. А, я смотрю на миссию. На миссии написано 20. Где? Где телефон? Скай? По мне идите. А ты где? А, вот здесь. Смотрите, спайк-то сейчас вообще прокачается. И что же эта директива 51 предписывает делать нам? А тут вот что, выполнять свою работу. Вы будете патрулировать улицы, помогать людям, в общем, все то же, что и раньше. В оперативных штабах офицеры, такие как я, будут выполнять роль консультантов. Мы подчиняемся спецотряду. Слушайте, мы это уже проходили. 11 сентября, ураган Сэнди. Тогда федералы пришли, потому что мы в них нуждались. Потому что ситуация... Противник. Какой хоть уровень? Засветку можешь прям дать? 20-й. 20-й. Ты можешь навестись на него. Надо нанести зэкам серьезный удар. Кидай. Просто именно она организовала побег. Другого такого стратега у них нет. Они захватили троих моих людей. Если вытащишь их отсюда живыми, я буду тебе очень благодарен. Ладно, займись ими тоже. Но только не в ущерб основной задаче. Все, погуляли зэки на свободе и хватит. Плотный такой обстрел. Господи, это мы где? О, что, в здании все сбежать, что ли? Да. Наши, ваши. Воу. Это что такое? А зэки тут веселятся. А, welcome, что там, welcome... To the party. А, добро пожаловать на вечеринку. Здравствуйте. День добрый. Да? Сейчас мы им устроим вечеринку. О, где-то здесь патроны. Или что это такое? Да тут... А, это, наверное... Не, это обычные чемоданы. Но это столько. Наверх побежали, наверх показывают. Да я хочу посмотреть, нет ли тут ничего. Похоже, что нету. О, шампанское. Будет шампанское. Не, спасибо. У меня есть виски. А здесь есть аптечка еще. Хотя у меня есть все аптечки. Так, нам на крышу походили. Да. Стоп, еще вниз можно пойти. Неспроста это. А внизу что-то было. Да? Да. А, отмычка. О. Значит, точно что-то полезное. Блин, я чуть ли не стрельнул. В меня? О. Хэм, смотри, интересно. И, кстати, еще один ящик. Ну, так себе средненький. Так, что нам тут выдали? Наколенники, нафиг. Граф, а ты чего бы устал? Ты провинился? Да я... Не, ну я что вам не мешать? Пысаю я, пысаю. Кайф, подбирали? Сейчас, погоди. Какое освещение? Ты видел, чего ага, это? Ага, ага. Так, что... Ахтунг. Ай, давайте я, кстати, протестю вот эту вот ерунду. Что он нам реально дает? Ух, нифига себе. Не, что-то как тут весело, больно. Что, тебя законтузили, что ли? Меня нет. Просто мне так вломили хорошо. Внимание! Приближается противник. Противник, говорят, приближается.
Ну, справа или слева приближается там? Справа. Где мы со Скаем? О, так тут тебе это, видеокамера. Порон снимают. Внимание! Новые силы что противника. Где-то? Оу, кажется, я сломал камеру. По кому стрелять-то? Не вижу. Так, чего-нибудь тут есть интересного? Вы меня спасли. Я уж думал, меня тоже убьют, как и остальных. Хм. Ящики еще внизу. А, они тут... Интересно себя вели. Да. Да, вот, я смотрю просто на надписи, как бы, и на все остальное. Тут вообще полная анархия была. Так это телестудия получается? Ну, видимо, да. Так, а где у них основная студия тогда подает? Где у них... Питер сидел? Не, ну вообще, кстати, не похоже на что-то стиле студию. Так, там ничего нету. Потому что какие-то помещения не те. Вот смотри, не, вот это, если... это студия. Вот ну, это есть. Студия, да. Студийная там была. А это что? Не, тут, знаешь, что-то больше похоже на какой-то театр. Что ли, вот что-то такое. Тут что-то... Эхо, как короче, по- есть. Блин, зал. Тут да. Есть выход наверх. А, народ. Давайте поиграем в металле. Да ладно, вам нечего бояться. Скажем, кто из вас кому перебьет, тот и выживет. А вы уже наверху? А что я внизу делаю? Ты пишешь? Все просто. Небольшое дружеское состязание. Перед каждым из вас дает поступки. Давайте, на. Как она там называлась? Ну ты знаешь, еще такой парень поет. Червуду. Да ты что, совсем что ли? Я не умею за пианино. Я не стану вот так с тобой соревноваться. Не стесняйтесь, парни. На вечеринке должна быть... А у меня нет, думаешь, не бойся. Я раньше не могу. Блин, короче, идея одновременно запускать два аудио очень плохая. А три тем более. Тут каша какая-то получается. Дело, что потом отдельно включу. Ну давайте, парни, следующий заход. А ее можно включать или нет? Ну, обратно вернусь и послушаю без вас уже просто. Я думаю, можно? Нет? Нельзя? Так, я влюблю. Это М1А. Тут кого-то вздернули. Тут кого-то пристрелили. Там кого-то химией напоили. Короче, да. О, будет бойня. Будет тяжелая бойня. Ну, кто там лифт нажимал? Нажимайте. Ну, кто-то там вроде стоял у нас, нажимал на кнопку, а лифт не поехал. Агент, заложника держат на крыше. Нужно зачистить крышу. Ух! Голубой снайпер.
стреляют в самые страшные места. Да еще и гранатой, ну вот. Ой-ой-ой. Меня моя это поднимает лечилка. Повезло. Это что сейчас было? Это был снайпер, видимо, голубой. Там еще слева, будьте осторожны. Гранат налево. Блин, больно, однако. Да, есть такое. Там слева снайпер тоже полетел. У нас там кто-то лежит. Да мне кажется, он нормально лежит. Даже и поднимать-то нет смысла. Я думаю, еще и босс какой-нибудь сейчас у нас будет. Потому что слишком уж все как-то у нас к этому идет, раз бесконечные патроны. Наверное, написано «Обеспечьте безопасность». Сейчас будем отбиваться. Он пошел занимать позицию. Они меня хорошо обработали. Пара, ты и ее люди. Они внутри. А ты черт. Ну, с ним пообщайтесь. Ну, кто-нибудь там жамкнуть кнопочку. У меня Uber способность спасти прокачалась. Сейчас можно будет еще сопротивление повысить. Оставить, Реймос. Мы сами справимся. Найдите укрытие и не высовывайтесь. Это приказ, сержант. Так точно. Внимание! Приближается противник. Оу! Неожиданно. Я-то ожидал их справа, они пришли слева. Да, реально пулеметчик какой-то. Ой-ой-ой-ой, сейчас я лягу. Там снайпер еще. Это кто такой? Уходим, уходим в тылы. Бежим. Жопа начнется. Да, она, по-моему, уже вполне. Именно по мне идет огонь. Ой. Что-то личное. Все, лег. Пошел назад. Я вот закидаю гранатами. Я тоже так думал. Не помогло. Это, видать, я ему не то сделал. Очень плохо. А он неубиваемый. Так, меня-то поднимите, а? Да мы, если к вам туда пойдем, мы сами лежим. Сейчас я встану всех, порисаю. Да, давай. Мы прям готовы тебе предоставить это. Минус. У него там ничего нормально. Блин, у меня уже количество кадров даже начало падать. Там снайпер.
Я только что узнала про Реймоса. Хорошо, что мы успели вовремя. Спасибо. Мои там бойцы пушка, занимают да? позиции для штурма. У меня ничего не упало. Тебе необходимо проникнуть в технический лаз. Если да, верить чертежам здания, здесь. В подвале располагается мониторинговая комната. Так, и куда нам? Нам сюда вот. О, лифт. Мэрит. Турун. А, музыка есть. Где? Ой. А что стоите? А, я думал, дверь откроется с той стороны. Опять стрельба будет? О, помните, мы с другой стороны подходили к этому месту? Вот здесь мы подходили, только с другой стороны. Да. Или не с этого? Ну, похоже. Да я думаю, с этого. Чё-то тут их как-то дофига. Они чуть ли нам дверь не открыли на выход. Теперь мы оторвемся. Так, стойте, пока не стреляйте по возможности. Я гранаты кинул уже. Ладно, тогда стреляйте. Почему на меня-то? Ну почему все время вот так? Внимание! Приближается противник. Нифига себе! Угу. Голубой справа. Отходи, Скай, отходи. О, я даже не успел пойти. Да нифига себе. Так, тырк, я к вам. Кого там поднять? Меня. Я ползу. Я активно ползу. Спасибо тебе, добрый человек. Там еще где-то один. Угу. Только его чуть не видно. Не, это, наверное, на улице. Пока что все хорошо. Ударные отряды на подходе. По твоему сигналу они ворвутся в главный зал. А где наш сигнал будет? О, здесь будет босс. Нет возрождения. Когда держимся вместе, вперед не бежим. Угу. Патронов нигде не замечено там. Вот, все здесь рядом. Вот здесь. Ну, дайте взять. Очень надо. Сейчас 5 пулеметчиков на нас выбьют. Или там огнеметчики какие-нибудь. Нам наверх. Да не, я смотрю, может, чего-нибудь там завалялось полезно. О, не, стоп, не наверх. Да не наверх. Наверх. Ну ни хрена ж себе. Ой. Я думала, тебе хватит ума. Вот чё. На
Начинаем штурм! Два огнеметчика! Так, да ты издеваешься. Да, нет, ты не издеваешься. Где мои патроны? Применяйте сразу бронебойные, огневые... Блин, зажигательные патроны. Это им как-то я вообще не понравился. Да, вообще непробиваемые. Ого! Это что там за снайпер такой, который нас вообще с первого выстрела убивает? Парни, парни, тут к нам тяжеловес брыкается. Блин, а мне просто тупит игра. Отходи, Скай. Все, лег. Киньте мне аптечку. Реанимирующую. Пак. Все, нет. Так, кажется, у нас будет рестарт, да. Так. Давайте сейчас перевооружимся. То есть, получается, у нас... у меня и так хорошее вооружение. Нет, сейчас пулемет нужно взять. А, ну это да. Получается, у нас там есть снайпер. Есть. Меня тогда явно кто-то быть... с первого выстрела там чуть ли не положил. Так, может быть, нам просто с... я снайпер, он сразу возьмет сценить. Снайпер, я так понял, и... босс это и есть снайпер, как обычно. А, да. Даже так вот? Ну, видимо, тогда... просто кто, если не босс, это еще будет. Так, я возьму пулемет и возьму на него... Нам нужно кого-то одного сразу выбивать. Давайте на кого-нибудь, на одного нацелимся. Так, давай я возьму и? Патроны хорошие, зажигательные. Сейчас я перевооружусь. Готов, все. Начинаем. О, вот. Вперёд, пошёл, снайпер пошёл. Уже начал работать. Да. Оу. Да вообще, это трындец. Вылезти о, не дают. Я выбит. Так, надо идти поставить. Слушайте, парни, реанимацию, реанимацию. Я поставил, но ее выбили. Ну, видимо, от них просто придется бегать. Я не вижу пока других вариантов. Ой-ой-ой. А кто гранат кидает хоть? Да, вон голубой снайпер там. Терап, кинь эту херню ко мне под ноги. Да где ты есть-то? Справа. Ясно. А я слева лежу. Агенту из вашей группы срочно нужна помощь. Не, надо разделиться. Вот этот вот, конечно, гражданин нам немножко уже начал мешать. Четвертый. А моего... ты можешь исключить как глава. А я не глава. А кто глава? Я глава? Не знаю, да. Ты, видимо. Ну, давайте я... Потому что, да. А, меньше тогда врагов будет. Да. Замечали. Прости, друг, но ты нам мешаешь, да? Нет, не я. А я. А я его не могу... Быстро перемещу. Ну, и не я тоже. Я поставил... Стоит я? Алекс, да. Ты у нас. А я не могу его исключить из группы, прикинь. Как так? Не могу. Ну, что ж, просите. Ну, Скай, а ты можешь? Ладно, может быть. Я написано лидер группы, но я не могу. Начинаем штурм. Вперед, пошел! Я не лидер. Ты, может быть, на себя тычешь пальцем, пытаешься сам себя, нет, как бы? Нет, я прям выделял в группе. Ну, я не знаю, так не бывает. Ладно, давайте тогда воевать. Я бегу налево тогда, сразу прям. Я и бегу направо. Ну, у нас, по-моему, есть, я вот сейчас просто смотрю по сторонам.
У нас есть вот эти два бронированных парня и снайпер, и все, по-моему. О, кто-то мне в задницу стреляет. Кто-то мне в задницу стреляет. Ой-ой-ой, как меня контузило-то, а? Кто ранен? Я ранен. Вы говорите? Практически сбил этого. Все, готов. Ползу к кому-то там. Да как так? Нет, со снайперами нужно что-то делать. Да, его надо или просто прижимать, или я даже не знаю. Фиолетовый, и то. Давай, убивай меня. Все, я готов. А, ну мы готовы все, да. Так, давайте тогда я снайпером займусь. Буду бегать. Давай. Не, я думаю, вот как раз со снайпером я возьму пулемет, просто вплотную попробую подбежать. Может, что-то получится, может, нет. Ну, вот эти просто танки, они вообще неубиваемые. Убиваемые? Да убиваемые, только не получается их убить. Вот такие вот они убиваемые. Я его практически убил, мне снайпер сбивает, и все. Все, пошел к снайперу. Начинаем штурм! Вперед! Пошел! Пошел! Не в этот раз! Игра еще не закончена! Так, снайпер один минус. Я по литрам и снайперу стреляю. Я второго не вижу. Скажи, где снайпер. С другой стороны. А, вижу. Мы вас всех перестреляем. Вы что, издеваетесь? Бью по снайперу, готов. Да как с одной гранаты просто положили. Так, меня кто-нибудь скай давай. Кинь у меня аптечку. Больно, да? А мне в кайф. А, то есть это не босс все-таки. А где же этот босс? Я не могу понять даже. Босс вон наверху. Ёб твою мать, блядь. На балконе это все, босс. Все, понял. Спит. К вам бежит. Я до вас не успею дойти, скорее всего. Сука, зеленый, подними меня, блять, урод. Все, сейчас я вылечу. Так, я так понимаю, мне реанимацию никто не скинет, да? Сейчас попробую вспомнить. Вы все покойники, просто не врубаю. Один свой древний интересно, способ. Как именно вы стоите? Да, пока работает. А, вот то, что мне в бок бьют, вот это прям очень плохо сказывается на моем здоровье. Уходите, всё. уходите, все. Как вы подыхаете. О, все, у меня щит кончился. Не могу понять, где он. Или вот, его убили. Застал бомб слева. Вот они двое вместе. Так, сваливаем вообще отсюда, чертям. Так, мы подсоединились. Ой, черт, я упал. Я даже не вижу, куда я стреляю-то. Ну, в общем, я дострелялся. Алекс, ты один.
Смотри, тебя снайпер будет убивать. Ты лучше под ним бегай. Понятно. Блять. Так, а может взять тогда просто не аптечки, а что-нибудь еще? А кто там не умирает-то у нас? Умираете уже? Уже можно. Мы вас... А что ты предлагаешь? Думаю, взять пулеметы не вариант. Ну, в смысле, эти турельки. Что тут еще у нас есть? Я навыки имею в виду. Я понял. Слушай, давай я, кстати, возьму свою сверхспособность лечилку. Мне кажется, она тут получше, чем вот это вот непонятно что. Что еще можно взять? Да так-то и все на самом деле, потому что остальное... Обычные они ни к чему. Наверное, оставлю как есть. Но она у меня вообще где-то на 2/3 только готова. Так что в этом бою я ее не смогу применить. Ну что, я опять на левого снайпера тогда огрюсь. Тебе хватит ума не лезть не в свое дело. Но нет. Ты тоже торопишься. Начинаем штурм! Вперед! Пошел! Пошел! Направо побежал. Игра еще не закончена. Готов. Никто не хочет меня поднимать. Да идет, ты нафига мимо меня пробежал? Больно, да? А мне в кайф. Они за решеткой должны сидеть. Здорово ты. Ага, все понятно. Граната раскидывает снайпер. Ладно. Никто нас не остановит, это понятно. Пись от стены. Вы все покойники, просто не врубаетесь. Интересно, как именно вы стоите? У тебя поднимает тебя аптечка или нет? Все, бежим, бежим.
сейчас одного должно грохнуть. Готов. Готов. Ну давай, убей меня! Тебе ж насрать! Одним трупом больше! Внизу. О, толпа. Пойду на ту сторону. Давай попробую слева обойти ее. Поднимитесь там этого спая. Выведите!
территория! Моя территория! Ого, повезло! Тебе удалось меня впечатлить, агент. Это задание было не из легких. Да, малыш, тебе удалось сломать им хребет. Без мамочки зэки разбегутся. Так, у меня что-то такое ощущение, что я на самом деле выключил звук. Ну, мы хотя бы спасли бойцов от ЭГ. Да уж, у меня каждый час тебе терять людей. Да, я, видимо, на клавиатуре зажал кнопочку выключения звука. Очень нервно было. Да не, промахнулся где-то. Ну, вообще, да, в какой-то момент я так... Кайтом засомневался. Гудовым. Когда я один на один с ней остался, а тут выбежала кучка бойцов. Ничего тут нет, интересно. О, да. Красная дорожка, прям нормально. Вышли красиво, да. Так, сколько у нас прошло времени? Но времени у нас прошло как раз таки на одну серию. Я думаю. Загружаю. О, ну бэхи. Или это не бэ? Мы у радиоматери. Но тут уголовники, они повсюду. У нас есть чем еще заняться, тем более. О, покажется кто. Надо дверь закрыть. А, стоп, у нас еще есть какая-то улика. Давайте смотреть улику. Улику дали? Да, видео. Из него потечет кровь. Один порез вас не убьет. Только оставит шрам. Я клянусь, я если резануть глубже. Мы найдем его. Найдем, я клянусь. Что такое? Меня вывели. Противник, но противник. Этот крик можно обратить в рык или в жалкое хныканье. Выбор за вами. Вы сами можете сделать из себя жертву, где бы вы ни были. Я говорю, противник. Ну, противник, и черт бы с ним. Очень бы долго. Во-первых, кто их сюда позвал? Ну да, конечно. Тут начал стрелять опять. Один порез, и все. Там было, говорил. Ладно, заново сейчас будем смотреть. Пойду, короче, на базу. Так, а база это что у нас? Пещера, нет? Ну, та, которая ближе, да и база. Там. Так, продолжаем смотреть. Нет? Нет, конечно. Нет. Так. Где это, господи, я уже забыл. Нет, какое руководство. Разведданные. А, вот. Один порез. Из него потечет кровь. Один порез вас не убьет. Только оставит шрам. Я клянусь, если резануть глубже. Мы найдем его! Найдем! Я клянусь, мы его! Вы закричите. Но этот крик можно обратить в рык или в жалкое хныканье. Выбор за вами. Вы сами можете сделать из себя жертву, где бы вы ни были. Не надо! В пентхаусе, в тюремной камере или на воле, на улицах этого города. Жалуйтесь на холод, на крыс. Жалуйтесь на своего вожака. Некоторым нравится быть жертвой. Господи, не надо. Они хотят стенать. Я исполню ваше желание. Хотите быть жертвами? Значит, будете. Значит, будете! Но вот я возьму свое. Что там говорят про этот вирус? Что это конец света? Точно! Этот вирус наш учитель! Он поставил урода в форме на место, дал нам сигнал к действию. Они все у нас отняли. А теперь пришла наша очередь. Мы заберем их дома, их машины, их семьи, их жизни. Это наш город. И пробил наш час. Пробил наш час. Слышь, помоги его убрать!
смотрели. Да. Какая милая дама. Да. Так, ну что, заканчиваем эту серию. Где мы там есть? Давайте соберемся где-нибудь в середине холла. Это какой этаж? Это, видимо, первый, да. Первый. Надо патроны забрать. Так, а вы на какой базе это хоть? А, все вижу. Прыгай к вам. А ты где находишься? Ты на большую базу, что ли, пошел? Не, на большую базу мне даже не было. Там, где в стиле Нового года все сделано. Библиотека, что ли? Ну да, вот. Не знаю, я где-то такой нашел. Вот, да. Так, ну что, физкультура? Нет, я буду сдаваться. А, здесь... О, а здесь можно, а на большой базе нельзя. Ну ладно. Ну что, кто теперь скажет прощальную фразу? Пока. И до свидания. Как-то так не густо. Ладно, пока-пока. Приходите еще.